Чудовищная авария на трассе в Туркестанской области. Неуправляемый пассажирский автобус вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель и один пассажир погибли. Еще 17 человек доставлены в больницу. ДТП произошло на магистрали Алматы-Ташкент-Термез. У автобуса на полном ходу лопнуло колесо. Он потерял управление, снес железный разделитель и вылетел на встречную. В тот момент там проезжал грузовик. Автобус врезался в его прицеп. Водитель погиб на месте, 18 пассажиров госпитализировали. Один из них позже скончался в реанимации, остальные сейчас под наблюдением медиков. Два пациента госпитализированы в реанимационное отделение, троих отправили на амбулаторное лечение. Одного пациента спасти не удалось, он скончался. Никаких прогнозов по пациентам в реанимации дать сейчас не можем. Их состояние очень тяжелое.